Вот, в атаку вперед! Белорусские солдаты наступают на контрольно-дежурный пункт охраны аэродрома. По плану учений группа десантных сил должна захватить этот объект после высадки. Твоя задача. Противник выдвигается с направления той рощи. Направление этой рощи. Твоя задача возле того куста. Огневая позиция. При подходе противника на рубеж 400 метров. Докладываешь мне про радиостанции. Не переживай, сейчас. Далее по моей команде открываешь огонь. И отходишь на запасную позицию. Командир взвода Михаил Левчук раздает солдатам указания. Они будут отрабатывать несколько вариантов наступления. Для них такие учения – шанс показать себя. Мы сотрудничаем с другими государствами, как Россия и Египет, не только в составе своих сил специальных операций, а также совместно с воздушно-десантными войсками и представителями Египта. Белорусская сторона тренируется со своим оружием. Автоматы и пулеметы у них те же, что и у российских солдат. Да и экипировка почти та же. Подобный этап тактических занятий отрабатывается и в белорусских войсках. Занятия по тактической подготовке у нас проводятся постоянно, каждую неделю, но темы могут отличаться каждую неделю. Где-то какие-то поисковые действия, налеты, засады, но не всегда связаны с аэродромом. Могут быть другие действия. Такая тренировка проводится и у русских солдат, и у египетских. Все для того, чтобы на самих международных учениях «Защитники дружбы 2019» продемонстрировать лучшие показатели. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».